Место для экстремального спорта. В Фокино, в сквере Тихоокеанский, завершается строительство скейт-площадки. В ближайшие дни состоится открытие нового спортивного объекта в рамках реализации федеральной программы «Спорт. Норма жизни». Экстремальные спортивные дисциплины пользуются большой популярностью среди детей и молодежи Фокино. Многие ребята предпочитают в свободное время кататься на скейтбордах, роликах, самокатах. Новая скейт-площадка, строительство которой завершается в городском парке, позволит создать безопасные условия для занятий такими адреналиновыми видами спорта. Работы по монтажу выполняет бригада опытных рабочих. Скейт-парк Фокино – 10-й по счету проект, который подрядчики реализуют в этом году на территории Приморского края. Сам проект разрабатывался нами, как в перспективе в дальнейшем проводить здесь соревнования. Причем соревнования не обычные физкультурного формата, но, скажем так, региональные или городские, чтобы спортсмены могли получать титулы. Разряды юношеские, возможно, КМС и мастера спорта. Самая сложная часть работ, подготовительная, уже выполнена. Собраны каркасы основания из бруса. Рабочие приступили к установке фанерного покрытия вертикальных секций. Конструкция выполнена с соблюдением нормативных стандартов, с правильными пропорциями для максимальной безопасности спортсменов. Скейт-парк разделен на две зоны. Он хоть и небольшой, но достаточно функционален будет. Эта часть у нас Air-зона, здесь можно отрабатывать трюки, амплитудные трюки с высокими прыжками и с более сложными элементами. Вращение рамы, к примеру, на несколько оборотов, или там самокатер может прыгнуть выше. Также эта линия может подходить для скейтбординга. Вторая зона, так называемая стрит-зона, меньше по площади. Она предназначена для детей младшего возраста и уличного вида катания. На входе будет размещен баннер с правилами эксплуатации и безопасного поведения на объекте, обязательные к выполнению. Я вас очень прошу, дорогие родители, не надо пренебрегать здоровьем своих детей. Я лично, мой опыт очень большой в этом. У меня было очень много травм, и я бы не хотел, чтобы детей, которых я тренирую, получили эти травмы. Ваши дети тоже получали какие-то травмы. Нужно соблюдать технику безопасности. Шлем, налокотники, наколенники, защита на голень, правильное оборудование, я имею в виду скейт, велосипед и самокат. Кстати, я забыл, на роликах здесь тоже можно кататься. Агрессивные ролики не называются. Не надо пренебрегать, соблюдайте технику безопасности. Новый спортивный объект Фокино, без сомнения, станет мощной точкой притяжения для активных ребят, поможет раскрыть их спортивные таланты, а также привлечет как можно больше молодежи к занятиям физкультурой и спортом.